Привет, друзья! С вами снова я, Дмитрий Егоров, и вновь мы приветствуем вас в магазине Squad Board Shop. Вот угадайте, с чем рифмуется зима-холода? Правильно, зима-холода рифмуется с в Squad Board Shop зимняя поставка обуви Globe. Не переключайте ваши YouTube-каналы. Итак, сегодня, с одной стороны, мог бы быть супер скучный обзор, потому что никаких супер коллабораций, никаких супер лимитированных кроссовок, но кроссовки нужно любить не за то, что они лимитированы, а потому что это кроссовки. В очередной раз попытаемся это доказать на примере как раз вот этих вот зимних моделей от компании Globe. Вообще, компания Globe – это очень интересная компания. Думаю, как-нибудь мы сделаем большое видео с рассказом про ее историю. Как в 1994 году двое братьев решили, сидя в Австралии, замутить собственный скейт-бренд. И получилось намного больше – огромная корпорация. Но это, я говорю, отдельный рассказ, а сейчас просто поговорим про несколько интересных моделей. Что такое Globe? Globe – это функциональность, Globe – это простота, Globe – это очень и очень хорошая и надежная обувь, которая подойдет всегда. Летом для катания, летом для того, чтобы ее носить, и зимой тоже для комфортного времяпровождения на холодном воздухе. Возьмем, например, классическую модель Motley, которую все знают, которая выпускается уже очень много лет и которая, наверное, обязательно в таком же или, может быть, слегка измененном цвете будет каждую зиму в немножко утепленном варианте. Почему я говорю немножко? Ну, потому что все-таки мех не настоящий, поэтому, друзья, если вдруг вам нужно всю зиму стоять на посту, наверное, это не те кроссовки, которые вам нужно купить. Но для того, чтобы ходить по нашим зимам, вполне себе хорошие кроссовки, плюс такой очень у них приятный ноутбук, очень высокая такая вот здесь прорезиненный верх, ребристая подошва. Словом, кеды сделаны такие, чтобы в них можно было ходить и, как говорится, с носу не знать. Есть вот такие три замечательные зимние расцветки, чтобы никто не говорил, что о, на зиму сделали замечательные замшевые кроссовки белого цвета. Не, ни в коем случае. Пожалуйста, для коричневой грязи, для синей грязи, для черной грязи. Можно вот реально, вот смотришь, да, на небо, конец ноября, цвет совпадает, одеваем, да. Или там смотрим под ноги, цвет совпадает, одеваем. Либо совсем депрессия, все, ничего не хочется, верните мне мой 2007, ну, как бы, окей, извините, сиреневого цвета нет или какой там розового. Но черный с красным есть, тоже хорошая тоталитарная расцветка. Другая модель, которая мне в самый раз, если ее вынырнуть наружу, вывернуть, то вообще будет под цвет, наверное, к моему сегодняшнему аутфиту. Тоже супер классическая модель GS. Это у нас вариация GS Boot, которая есть вот в таком цвете. И для тех, кто все-таки не очень любит ноутбук, но есть такие люди, которым кажется, что все-таки гладкая кожа, она получше, есть и в таком варианте. Это более осенний вариант. Он без сильного утеплителя. Сравниваем с Motley. Смотрите, какой здесь. Как минимум двух чебурашек убили, чтобы были созданы одни эти кроссовки. А здесь ни одного чебурашки не пострадало. Реально очень хорошие кроссовки с очень такой приятной отсылкой ко всем вот этим вот лесорубским темам. Это и клетчатая такая рубашечка, и ноутбук похожий там на Тимберленды, и даже вот тимберлендовские такие шнурки. И еще одна модель, которая мне показалось очень интересным. Globe все-таки старается поддерживать у нас интересных райдеров, интересных персонажей. И данная модель Лос-Анджелес, она у нас сделана совместно с тасманским райдером, который одновременно еще и режиссер, который одновременно еще и скейтер, и серфер. В общем, такой парень на все руки, который, в принципе, считается, ну, наверное, одной такой из самых подающих надежд в мире катание на бординге, как я это называю. Человека зовут, не буду делать вид, что я его отлично знаю, зовут его Дион Агиус. Плюс у него есть компания своя, плюс-плюс. Вот логотип этой компании, вернее, плюс-плюс, надпись плюс-плюс сбоку. И вот такие вот очень лаконичные кроссовки. Я думаю, что в Тасмании, где все такое яркое, цветное, выйти в черных кроссовках, все ему, наверное, скажут: чувак, да ты оригинален. На этом, наверное, все. Это был обзор зимней коллекции Globe. Заходите в Squad Board Shop, смотрите эти кроссовки. Кстати, Globe – это не только вот такая простая, утилитарная, красивая обувь. Globe – это еще и интересные ретро-модели, интересные новые модели на основе старых. И про них мы обязательно расскажем в следующих наших обзорах. Поэтому не переключайте ваши YouTube-каналы, катайтесь на скейтбординге, а сейчас еще и на сноубординге. И оставайтесь в тепле, потому что зима, холода – все в Squad Board Shop. Пока!